Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой и также Игорем мы будем проходить нереально крутые испытания настоящих майнкрафтеров и просто пытаться не умереть. Да, ребята, всем привет! Да, ребята, всем привет! И как обычно, не забываем ставить лайки, потому что чем больше лайков мы наберем, тем больше серий вместе мы будем записывать, если вы, конечно, этого очень хотите. Да, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все есть в описании. И также писать положительные комментарии, мы читаем все комментарии, на самое интересное отвечаем. Приятного вам просмотра. Итак, дорогие друзья, давайте проследуем, собственно, портал, да? Так, портал. В общем-то, нам надо поставить 20 чанков прорисовочку, и, как вы видите, здесь такой крутой портал! Офигеть просто! Офигеть портал вообще! Это же портал, Игорь! Портал в сложные испытания Майнкрафта, в общем-то, давайте заходим. Давай. Так, собственно, так. Нас тут пиарят какие-то ссылки непонятные, наверное. Так, и что нам нужно сделать? Почему у меня склонный ХП? Не знаю, нам сейчас. Давайте по очереди. Вот, у нас есть лодочка, да? А я! И... Давай, Жека, я с собой, я не брошу. Ребят, давайте так, у меня есть права, давайте я буду водить, а вы пассажирами. Хорошо. В общем-то, здесь в чем суть? Мы должны, получается, проехать до конца этой ледяной дорожки, да? Есть, открыл. О, лечу! Нет, я умер. А кто умер? Че? А это опять умер! Закончилось. Ну я в полете умер. Так, я первый. Едем. Давай, Жека. Едем в соседнее село. Наш... У нас есть 25 секунд, чтобы доехать до финиша, да? Иди, да? И, ребят, как вы уже поняли, самые сложные испытания начались. Да как, я умер, алло. Я просто потому что умер. А вы не нажимайте на... Твою мать! Вы не нажимайте на вот это, потому что если кто нажимает, все сдыхают. Так, я ставлю, я поехал. Давай. Хорошо, едьте, давайте, я вас подожду. Нет, нужно кнопку. Игорь! Нам нужно кнопочку нажать, понимаете? Да вашу мать! Уберите этот листок демонический! Дайте я поставлю лодку, мать вашу. Все. Да! Не, это уже не смешно, честно. Кто нажимает? Я не нажимаю. Я не понимаю, что происходит. Меня, походу, меня бросили. Так, ну давай, поехали, Жека, да? Собственно, что, ты со мной, что ли, едешь? Да даже, мне лодку не дают, зажали. Эдисон, ты беги, мы пройдем. Давай, Игорь, жги. На кнопочку кто-нибудь. Едьте! Бегите, купцы! Так, я с Игорем больше не катаюсь. Сейчас сбросим. Давай, Эдисон, давай ты поедешь. Чё? Чё у нас такие наркоманские серии получаются? Я не понимаю. Так, всё, стоп, не двигайтесь. Эдисон, ставь лодку. Замрите, мать вашу! Дайте я лодку хотел. Я побежал! Проклятые листочки эти. Так, самое главное собраться. Я, ребята, почти прошёл. Да, я прошёл. Да, ты прошёл? Красава. Да, я уже прошел. Материться хотел. Да кто умирает нахуй? Да вашу мать! А мне кажется, эта карта еще хуже, чем в предыдущий раз. Алло! А чё мы сдыхаем-то? Сразу прыгайте, из-за этого мы здесь стоим все вместе, мы умираем. Короче, прикол в том, что сейчас нам, по идее, нужно упасть и поставить под собой воду, как я понимаю. Поставить, да? Воду под собой! Ой. Я поставил, но она пропала. Испарилась нахрен. Сейчас. Да, мне тоже такая штука. Как кто-нибудь из нас пройдет? Интересно. Нет, это будет сложно нафиг. А, жесть, это сложно. Сложно, ребята, очень сложно. Мне кажется, не каждый это сможет пройти. Только реально майнкрафтер. Изи, да, отлично. Кто прошел? Игорь прошел. Так, а здесь что? А сейчас паутинку, да? Окей, лечу. Ой-ой-ой, давайте, ребят, кто-нибудь поставьте паутину. Я поставил, я прошел. Ты тоже. Как нахрен? Это вообще реально? На мою прям поставил, прикинь, там две паутины, там спрыгнуть не особо тяжело. А я уже перешел. А сейчас что? А сейчас лестница, по идее. Так, а сейчас лестницу поставить нужно? А что-то не понимаю, подождите, а как мы лестницу поставим под собой? Охренеть. Надо сначала, понял, короче, сначала, ребят, смотрите, мы будем летать несколько раз, ставим лестницу, а потом за эту лестницу мы должны будем зацепиться. Не, ну приди, смотри, рекорд у этого разработчика, он там что-то писал. Там 9 смертей или что-то такое. За всю карту? Да, то есть явно здесь можно типа с первого раза пройти, не обязательно ставить, а потом спрыгивать. Не, мне кажется, я не знаю, кто вообще это должен пройти. Такое везение на самом деле, я хочу тебе сказать. Да, это наверное, какой-то... Прошел! Зацепил. Прошел? Я прошел.
За счет нажимая на кнопочку, но я смог зацепиться и поставить лестницу. Окей, окей. А здесь что? Меня... Так, что нам нужно? Тинти пушку? По идее, надо... Смотрите, сюда. У меня есть тинти, у меня есть 8 тинти и одно ведро воды. И одна кнопочка. У воды и кнопочка тоже, да. Ну смотрите, давайте попробуем что-то, хрен его знает. Кто знает, как тинти пушку строить? Ну, нам, по идее, не ТНТ-пушка нужна, нам нужно, чтобы, короче, кнопка активировала, получается, все ТНТ, которые у вас есть. О, смотрите, а ну, Жека, вот смотри, сейчас. Ага. А, как мне поставить? Как 8 ТНТ, давайте больше. Как мне наверх поставить? А, ну, давайте вы просто сломайте одну, которая сзади. Есть, да. А я не могу ее сломать. А, Игорь, ты можешь сломать ТНТ? Сломай, пожалуйста. Сзади. Вот это, Вот. Все, ну, все, отлично. Все, нажимаем, и, по идее, мы должны полететь. Надо, раз, два, три, четыре. Давайте, ребята, да! Я прошел! Офигеть! Да как? С первого раза, вы видели, ребята? Я заснял, как вы летели вдвоем, и Игорь прошел, реально, офигеть. Здравствуйте, дорогие друзья. В общем-то. Ты даже воду разлил, офигеть. Ты даже воду разлил. Я. В общем-то, нажимаю на кнопочку, давайте проверим. Я похоже с какими-то экспертами играю нахрен. Ой, смотрите, а здесь получается эндерпиал, нам нужно что-то сделать. На вот тот единственный блок попасть. Походу, да. Ой, я тоже не попал. Подожди, а в чем прикол? Так, знаете что, давайте не нажимать преждевременно вот эту бумагу. А, каждый, да, каждый понял. Из нас кинет. Подожди, так, а в чем прикол? Надо, короче. Нужно попасть на вот этот единственный блок. А как там житель? А, и мне кажется, как раз в него и нужно попасть. В него, наверное, нужно и попасть. Да, 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 а вот мне сейчас не дали вот этот эндерпёр. Нет, мне тоже не дали эндерпёру. Я попал. О! Вау! Да ну нахрен! Я просто профессионал, а что ты сейчас надо сделать? Чё мы с таким про играем? Сейчас надо сделать. Я не, по идее, полететь наверх? Нет? Наверх? Ну, в смысле, вот с этими... Тут кнопки какие-то, ребят. Игорь, он стреляет по тебе, берегись! А я знаю, у меня мало хп, я уже умер, да. О, вот. Игорь, Эдисон полетел. А мне надо не лететь или как, или что? Смотрите, я, кажется, понял. То есть нам нужно в одно и то же время долететь до конца и еще и не умереть. Еще не умереть, нахрен. А что за красные кнопочки? Я вот не знаю, Эдисон. Я сейчас нажму. Это жизни восстановляет. Ага, я понял. Ага, то есть красный еще восстанавливает. Давайте тогда до красных доберемся. Сейчас, я вот даже до кнопочки долетаю, давайте. Блин, я упал. Твою мать! Ну там еще нужно вот это словить, чтобы он тебя еще раз там ударил. Да, давайте, короче, будем использовать телепортацию. У кого есть левитация и кто-то. Так, давайте туда по очереди, стойте. Давайте так. Вот у меня первая стрельная полетела. Давай. Потом мы бафаем левитацию, тпшимся к тебе. Ага, хорошо, давайте. Давай левитацию по мне. ТП ко мне все. Ой, все, я тоже, я лечу. Эдисон, получай левитацию, тпшись к нам. Ты пытаешься быстрее, получай левитацию, я сейчас умру, ребят. Сейчас я жду левитацию. Я не успел остановиться. Быстрее, мне 2 хп, я почти налетел, ребята! Эдисон, ТП. Все, мне я не могу, у меня левитации не было. Так, только я не смогу туда добраться, у меня просто хп нету. Жек, давай. Что-то она не... Левитация, ТП. Ой, ТП, нет. Давай, быстрее, Игорь, ко мне. И лечу. Лети, как птичка, Эдисон, к нам ТПшься. Меня убили, Игорь. Я лечу. Мне надо я тоже попали. Все, я выиграл, походу. Мне осталось только залететь. Сейчас. Так, меня убивают. Вместе летим. Я почти бы. Офигеть. Все, я пошел. Я тут, я нажимаю на кнопку, я нажал. Так, ладно. Так, я понял, что нам нужно. А, здесь нужно, типа, как вот, да. Понял, по низам пролететь. Дайте умрем. Вот сейчас нам дают, как бы, левитацию, нам нужно, да, реально, по низу. А ее на время тоже дают, да? Ой, извини, пожалуйста. Не нажимайте, пожалуйста. Я уже там был. Давайте по очереди. Да, блин. Я взлетел. Вот ждем Игоря тогда. Не, когда почему? В смысле, она на время, что ли? Не, ну смотри, если кто-то умрет, вот двое умрут, а кто-то уже будет проходить. Если он практически уже пройдет, то двое, знаете, нажмут на вот эту, как это, бумажку, да? И все умрут. У нас левитация закончится, мы пойдем и умрем. Я, кажется, прошел первый этап. Ребят. Угу. Давай я к тебе ТП, что ли? Это еще реально на время. Да, я лечу дальше. Так, сейчас. Дайте я умру. Игорь, подожди. Я полетел, нет, почти прошел. А тут чекпоинт есть? Да, чекпоинт, походу, есть. Есть. Так, отлично. А нам сколько нам лететь? Первый этап мы прошли, нормально. Пойдет. Не нажимайте, главное, на бумажку. Блин, опять улетел, фак. Может, такой шанс? Так, Эдисон. О, сейчас. Эдисон, я жив.
А я знаю, как пройти. О, ребят, дальше вообще какая-то жесть. Оп! Я прошел. Да, он прошел. Сейчас, я тут как-то... А чё, что там было? Реально жесть. А что там было? А ну ща я появлюсь там. А как? Тут типа как паркур. Ну короче, смотри, Эдисон, разбегаешься и прыгаешь. Вот, ну блин, почти. Ты понял? Да, нет, я не понял как раз. Не прыгну нужно. Я прошел, да. Я тоже на следующем. А там не было чекпоинта, нет, где я был? Нет. Блин, надо. Нет! Да-да-да-да-да-да-да! Нет, я улетел наверх! Фак! Я жив, ребят, я жив! Смотрите, где я. Офигеть. Ну вот смотрите, я тут. Что-то кнопочка-то. А короче, в конце нужно уже не подлететь, а наоборот под этими блоками пролететь. Плиту. Вот смотри, Эдисон, ты сейчас прыгаешь, сразу на золотую плиту. Не, ну. Понял, да? Ага, сразу нужно? Да. Как паркур, знаешь? Я перепрыгнул, нафиг. Ну это еще намного сложнее. Я прошу, ребята, да ну нахрен. Ребят, здесь какая-то вообще жесть, я не знаю, как дальше проходить. Я к тебе тпхнусь. Здесь лабиринт, лабиринт с левитацией, офигеть. Ой, да аккуратнее. Ну, мне кажется, это будет нормально, потому что мы много путей можем найти. Да, давайте в одно место не идти, как бы все в разные пойдем. Кстати, Жека, по-моему, правильно идет, снизу можно увидеть, когда кто-то падает. Кстати, а левитация бесконечна? Нет, 40 секунд. Нет, в том-то и дело. Блин, здесь тупик, еще какая-то жесть. Мне кажется, так, Игорь, вот тупик тут же. Тоже тупик. Да. Тут везде тупик нахрен. Офигеть. А может нужно на... Сейчас. Наверное, потолок можно... Может смотреть. Налево нужно, типа, идти, не? Налево тут ничего, и направо ничего нету. Игорь, ты толкаешься. Я нажимаю на умереть, потому что через пару секунд закончится уже левитация. Да, давай. Что-то на... Вот. Так, нужно разделиться. Так, давайте я налево пошел. Я прямо и направо. Я налево тоже пошел, потому что когда я прямо пошел, там уже мы все проверили. По-моему, тут как раз налево и нужно. Да, налево, смотри, еще дофига пути. Я пошел в другой, Эдисон. Там дальше ничего нету. Вот я за Жекой пошел. Говори, да, куда ты сейчас пойдешь. Так, слушай, у меня тупик все справа, то есть вы правильно думаете. Да, справа все, справа везде тупик. Мы правильно идем, слушай, по-моему, да. Давай, Жека, 15 секунд. Здесь тупик, Эдисон. Да как тупик нахрен? А куда нам идти тогда? Офигеть! Ну ладно, мы уже поняли, что вначале нужно налево, а дальше вот мы не поняли, как проходит. Блин, вот эти лабиринты, ребят, если вам нравятся кому-то лабиринты, напишите об этом в комментарии. И, в общем-то, и как там в лабиринтах-то вообще себя выживать-то. Так, ладно, точно, давайте еще. Точно не предпоследний, ребят. Точно не предпоследний вход. И не последний. То есть это первый получается вход. Первый вход? А в первом ходе, мне кажется, там реально тупик. Да, а куда тогда? Сейчас, я пошел в первый, Давай, хорошо, я иду во второй. А во втором нету, мы, кстати, во втором нету, и в третьем тоже нету. Ну вот, значит, только один из вариантов остается. Я пошел в первый, я в первом. Я с тобой как раз лечу. Так. Что, тут есть что-нибудь? Ну, что-то я куда-то продвигаюсь. Опа, я что-то нашел. А тут много всяких выходов. Опять? Я нашел! Я прошел! Как? И лечу. Привет. Да, дайте я хоть раз нажму на эту конченую кнопочку, а то я вообще нуб в этой карте. А так, ребят, да. Что здесь надо сделать? Паркур, походу. У меня, кстати, что-то, смотрите, у нас над башкой какой-то горох. О, да. Это ну, как раз типа, чтобы у нас одно... Кто? Ну, как я понимаю, нужно пропаркурить, что тут еще делать? Да, но знаете, в чем хреново? То, что мы же Зайка по цепи. Так, вот. А дальше куда? Ага, вот сюда. Офигеть, вот это сложно. Да, прошел. А здесь что? Здесь какая-то кнопка. Я не прошу. Так, сейчас, стой, Жека. Стоять! Я нажал на кнопку, не знаю, что надо делать. Я что-то не понимаю, как вы так прошли вообще первый блок. Ой. Алло, вы на кнопку нажали, меня телепортировало куда-то. А ну, нужно тпхаться. Нужно потом тпхаться. Не толкайся, Игорь! Ну, ребят, я понял, тут есть промежутки, где нету огня. Эдисон, вначале вот сюда, вот сюда. Ага, а ну давай дальше. А мы что? А, нет! Я сгорел. Пацаны, там дальше еще впереди как, Жек, не толкайся. Жека, хреново то, что ты тпхаешься сразу. Давайте кто-то будет стоять на месте, да? Мы же можем толкать друг друга. А зачем ты спрыгнул-то, Игорь? Так. Мы типа ждем. Опа! Отлично, все, я потихонечку пробегаю за тобой. Так, Алиса, давайте дальше прыгай, я на твой этот блок прыгну. Как я умер? Фак, это же. Я на блок нельзя попал. Нельзя на этот, на блок песка, походу, прыгать или что? Насчет этого, кстати, не знаю. Игорь, давай. Сейчас. Вот. Оба. На блок песка нельзя? Походу. Можно. Да, почему я умер?
А может реально нельзя на блок от песка? А, нет, а я прыгну! А ну прыгни, вот. Нет, а как по-другому? Просто сказать? Понимаете, за блок песка мы цепляемся немного. Все, я прошел. Он ниже. Понимаете, в чем прикол? Я прошел. Давайте ТП ко мне. Все, вот сейчас не толкайтесь, потому что сейчас конченые кактусы. Сейчас нельзя, давайте за друг другом идем. Страшно. Друг друга, то только не слишком близко, пожалуйста. Да, прям. О, нормально, пошли. Я прошел. Да, я за тобой прям иду. Так, что это? Какой-то. Опа. Тут вы смотрите. Нет, нет, нет! Нет! Жека! А Жека, кстати, это плиты на земле, похуй, Жека топчется. Подождите, тут меня зомби немного прессуют. Побежали, побежали, побежали! Да, ну, Жеке по барабану, я так и понял. Теперь убить. Заспанил этого зомби. Вот, все, я его убил. Фу. Не нажимайте вы на кнопки, тут же прыгать можно. Вот смотрите, прыгнул. 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 Жека, ну, не толкайся, дурак. Главное, не толкайтесь, нужно перепрыгнуть. Вот эти кончики. А как? Ты меня убил, Игорь. А здесь... потому что я немножко нажал там. Не нажимайте на кнопки, главное. Оп! ТП ко мне! Сейчас, я попробую еще раз. И что дальше? Ой. А как это я так висю, посмотри. А куда прыгать? Да стой, не бей меня! Чё-то я не хочу в лаву прыгать, если чё. Вот там же кнопочка есть, нажми на ву кнопочку. Где? Ай, нет! Я понял, я сейчас активирую. Нет, активировал? Нет. А ну давай, давайте ТП ко мне. Давай. Вот. Сейчас, я попробую. Давай, я здесь. Прыгай. А я туда вообще могу допрыгнуть? Да, смотри. Да, я допрыгнул. Все, я тоже допрыгнул, но блок застрял. Все, нажал, да? Элитра. Игорь это очень любит. Я профессионал с элитрами. Так, я уже умер. А что вы не нажимаете снова на пробел? А, подожди, а что не нажимаете? А, да, вот именно. Прикольно. Дали элитра. А мне не дали сейчас. Мне тоже. Умираем. Так, ладно, я в элитрах. О, все лечу. Как оно как-то кривожопо нахрен. Да что происходит? Опять это так. Элитры как бы не. У меня нет элитры. Слушайте, а не легче сделать вот это. А, здесь барьер. Не легче. Нужно через вот эти кольца пролетать. У меня элитры нет, посмотри. У меня тоже нету. Так, у меня опять нету. А это после каждой смерти потом придется убиваться всем. Мне кажется, ли этот уровень мы будем охренеть, как долго проходить. Ну можно, в принципе, на вторую серию оставить, потому что реально это капец как тяжело, нужно серию. Да, я не знаю, если честно, сколько тут еще будет уровней, а серия уже идет больше, чем 20 минут. Да, видос, по-моему, уже и так затянулся, ребят, поэтому всем большое спасибо за просмотр. Если этот видос вам понравился, почему бы не поставить лайк и написать положительный комментарий. Да, ребята, чем больше лайков наберем, тем больше видео вместе мы будем записывать именно вот такие крутые карты. Да? Да. И главное, что мы забыли, не забываем подписываться на наши каналы. Ссылочки на всех будут в описании под каждым видео. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр. Пока меня не скинули, всем удачи и всем пока. Всем пока. Пошел.